мотокросса осталось буквально 2-3 дня. И все в гаражах пилят свои мотоциклы и планируют попасть, так сказать, в победители, на пьедестал забраться. Сейчас мы посмотрим, что делается в этом гараже. Они сегодня настраивают карбюраторы, смесь, взяли какой-то стенд самопальный и будут пытаться крутить. Но, может быть, совсем занимаются не этим. Посмотрим. В последней гонке у нас тут произошел маленький конфуз, была борьба хорошая, дымили, коптили. Прогорел поршенечек. Вот так вот. Вот, новый цилиндр, новый поршень, дорогой собака. Поменяли мотор, поставили другой. Через 2 дня очередная гонка. Сейчас пытаемся отрегулировать карбюраторы, немножко довести до ума, может быть, заработает. Хочу все-таки залезть на пьедестал, хотя бы на 3-е место. Будем стараться. Заменим сейчас этот суперспортивный слик на такой гряземес. В конце недели гонка. Ждем спортсменов с разных регионов. Шуя, Ярославль. Будем надеяться, что гонка будет жаркой, сильнейшей, покажет свое мастерство. Василий, что делаешь, Василь? Откручиваю или закручиваю. Что, шину будешь менять? Хотелось бы. Думаю, в грязь на таком колесе мы очень сильно отстанем от всех. Кого в гости ждете? Шую. Нашу дорогую Шую. Николай Бережнов. Десяточка, привет. Прогрев датчика ШДК, калибровка на открытом воздухе. Что, серьезно так надо делать? Да, после этого закрутим. Так гласит инструкция. Хер написано здесь. Хелл, помогите. Циферки появились. То есть вот так правильно, да? 22,4. Ну давай, куда ты там закручиваешь? То есть это 100% победа, да, на соревнованиях? Неоднозначно. Это победа в лучшем случае над поршнями прогоревшими, которые лежат у нас под столом с прошлой гонки. Краник закрытый. А, да, слава богу. А, и сел на измену. Слушай, ну что показал припор твой? Ну, я думаю, все видели, где-то 12,5, 13:1. Наша смесь на 4-й передаче. Максимальный газ. Ну, нагрузку я мог бы тебе добавить, подкрутив винтик. Я думаю, достаточная нагрузка. Нормально, да? Прекрасно. И что, то есть смесь нормальная или надо чуть-чуть ее это? Я хотел добавить, но, наверное, все-таки оставлю. Добавить это к каким цифрам бы ты подвел? К 12, 12,5, чтобы за 13 не выходило. Ничего в этом не понимаю. Для машины, говорят, гораздо беднее идеальная смесь. До 14,7
13,5. Ну, то есть, все-таки эта нагрузочная штучка работает, да? Нагрузочная штучка работает. Что там у тебя? Вода. А, ну, немножко водички у тебя. Немножко водички, немножко грязишки. Ну, как обычно, ты же на мотокроссе ездил. В целую погоду. Все, как мы любим. Мыл? Мотик. Мыл. Ну, оттуда вода. Че, Василий, на какое место метишь? На участие. Да ладно, участие. Рванешь, как сумасшедший, как всегда. Рванул, как вихрь. Не хочется пачкаться сильно. Буду стараться убегать. Ну, вы сами все видели, друзья. Все готовятся. Уже время 12 часов ночи. А техника до сих пор, и механики от нее не отходят. Давай пожелаем всем победы, и мне в том числе. Надеемся на то, чтобы забраться на пьедестал. Конану Варвару привет. Андрюха, давай догоняй нас. Ну а тем временем на трассе мотокросса вовсю ведутся работы, расчищается трасса для будущих соревнований. Работает один погрузчик, и трактор, судя по всему, уже ушел. Ну что, мы начали подготовку трассы к проведению. Ну, скажем так, память Сергея Казакова совпадает у нас с закрытием сезона. Погода вроде нам как бы помогает, грязи не будет. Народ собирается. Ну, ближайшие областя, наши соседи. Кто? Владимирская область, Иванская, Костромская. Ну, это кто мне звонил предварительно по условиям проведения. Какие призы, как подготовка трассы идет. Вот. Какие заезды, какие классы будут. Ну, в принципе... Как бы я думаю, что у нас все получится.